Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 декабря, день Варвары. Сегодня почитается память святой великомученицы Варвары. Она обладала редкостной красотой. Отец построил для нее специальную башню, чтобы обычные люди не видели этой красоты. Сидя в башне, она смотрела на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба. От подобных размышлений в ее сердце воссиял свет божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию единого Бога. Варвара приняла христианство. Отец, узнав об этом, приказал бичевать дочь воловьими жилами. Когда о поступке Варвары узнал еще и правитель, он приказал казнить ее. Отец выступил в роли палача, отрубив собственной дочери голову. Через некоторое время его убило молнией. Сегодня утром крестьяне отправлялись в церковь, чтобы помолиться святой Варваре о здоровье и благополучии. Варвару считали заступницей всех беременных женщин и тех, кто искренне просил о здоровье своих детей. Ей молились в притрудных родах. В народе день Варвары называли бабьим праздником. Также верили, что святая Варвара поможет избежать смерти без покаяния, которое считалось самым страшным наказанием у христиан. В этот день обычно стоят очень сильные морозы. Говорят, что зима начинает мосты мастить. Сегодня говорили о морозе, как о высоком старике с белой бородой. Он расхаживает по селам и дышит на стекла, образуя на них узоры. Если Дед Мороз слово скажет, снег пойдет. И если ногой топнет, деревья в лесу затрещат. Приметы. Если сегодня мороз ударит, погода будет морозной в ближайшие дни. Ясное звездное небо на Варвару, жди похолодания. Да? Заварим что-то? Да, заварим. Да. Мы возьмем одну часть шиповника. Шиповника. Можно шиповник чуть больше, нужно. Да? Вот. И боярышник. Ну, можно примерно столько же, а лучше половинку боярышника. Угу. Это как раз будет средство, которое поддерживает наше сердце, нашу кровеносную систему особенно. Ну, у меня, смотрите, какие получаются выводы. То есть боярышник – почки, сосуды в том числе. Да. Шиповник, почки и сосуды в том числе. Боярышник, сердце и, конечно же, сосуды в том числе. А сколько он будет настаиваться так? А мы посмотрим, как раз под конец передачи. И я почему спрашивала про пользу вот этих семян. Если, допустим, мы завариваем, что называется, быстро, может быть, имеет смысл их раздробить? Сами плоды шиповника. Если мы, конечно, заварим быстро, имеет смысл раздробить для того, чтобы экстракция произошла побыстрее. Ясно. Но если хотим вот получить полноценные, чтобы все было отдано от плода, лучше всего, чтобы он в течение ночи побыл. То есть там получается такое мягкое тепло, которое извлекает и не повреждает биологически активные вещества. И еще вот мы пока только поговорили о оболочке шиповника, с которого как раз извлекается, и внутренности. Внутренности, сами знаете, они такие, как маленькая такая, как стекловата своеобразная. Вот, и если есть эти плоды, то он начинает чесаться язык. Угу, то есть, такое. Есть, да? Угу. Поэтому лучше всего, чтобы все-таки не дробить, он цельный был, чтобы вот этого компонента, как бы сказать, не было в нашем чае. Что касается теперь вот этих вот семян. Оказывается, семена также обладают очень сильными свойствами. Семя, в первую очередь, несет жизнь, поэтому эти семена, особенно вот раздробленные и сразу же примененные, их можно сделать следующим образом. Собрать эти семена, значит, на кофемолочке раздробить, ну, постараться поменьше, и смешать с медом. Оказывается, это средство будет омолаживать организм. Почему? Там содержится и витамин Е, и фактор роста, и прочее, что дает нам жизненную силу. А мы можем сделать это?
Мы да, это можем я делать. Я могу чуть-чуть повыбирать. Ну, хотя бы вот мне просто интересно попробовать, насколько он может... Насколько... Для этого надо высушить хорошенько, конечно, эти все семена. А почему они кисленькие такие? Почему они кисленькие? Так они кисленькие из-за того, что как раз вот эту кислинку и дает витамин С. Так мы только семечки должны в желательно, кофе? Да, только семечки. Угу. Мне просто интересно, кисленькая, это вот эта самая стекловата, она нет, кисленькая? Кисленькая как раз у нас... Или вот, семечка? Дело в том, что стекловата, она, говорит, это твердый скелет, который придает объем этому плоду. Вот, а все остальное там уже высохло. То есть внутренности высохли, и вот этот скелетные вот эти вот пластиночки, они у нас остались. Геннадий Петрович, а давайте пока попробуем напиток, который-то у вас уже с ночи стоит. Давайте. С ночи стоит, хорошо. Да. Как вы приговариваете? Мать Святого Отца пьете с любовью и благодарностью. Так, мы попробуем его, просто-напросто. Напиток кисленький. Кисленький, концентрированный. Да, кисленький концентрированный. Ну, не просто кисленький. У него, знаете, что есть? Первый же образ – парашют. То есть сначала, как парашютист, кисленькость пошла, а потом, как парашют такой объемный, что-то такое сладенькое. Не есть такое сладенькое. Сладенькое такое, какое-то вот сейчас слово есть. Не знаю, ну, послевкусие что... такое есть. Немножечко тут терпкого есть привкуса. Ну, основное это вот как раз кислотерпки. Вопрос из жизни. Давай. Многие начинают разбавлять детишкам, самим. Вот любят разбавленный. Я очень люблю, например, концентрированный. Мне не надо разбавлять. И это хорошо. Если мы разбавляем, мы ухудшаем качество? Я бы не сказал, что мы особо ухудшаем качество, но тем не менее. Вот знаешь, из плодов шиповника готовят знаменитое средство для оздоровления печени – холосас. Первый раз слышу. Первый раз слышишь? Первый раз слышу. Мало интересовала тема оздоровления печени. И смотри, что мы можем сделать для своей печени в домашних условиях? Оказывается, плоды шиповника и настои шиповника прекрасно действуют на печень, прекрасно действуют на желчный пузырь. И вот для того, чтобы это действие было еще более лучшим, мы сюда можем добавить меда. И так, чтобы у нас получился кисло-сладкий напиток. Слишком много меда добавлять, конечно, не стоит, но... Надо знать пропорцию, вот, чтобы приятный кисло-сладкий напиток. Что делает еще мед? Шиповник сам по себе, вот такой вот настойчик, да, кислый вкус, он и поддерживает за счет кислого вкуса энергетику печени, он очищает ее. И еще дополнительно, если сюда мы с вами добавляем меда, то получается их такие хорошие, мощные желчегонные свойства. Сейчас я попробую. Первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени, поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Вторые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника, поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца.
А в тренировках будьте умерены. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!